И всем привет! С вами Росиксон. Сейчас я расскажу про Polyhedra Network и как получить от нее AirDrop. Что такое Polyhedra Network? Это инфраструктурный проект для Web3 совместимости. Polyhedra разрабатывает три связанных между собой продукта – мост, система учетных данных и NFT. Все продукты работают на основе технологии нулевого разглашения. В общей сложности проект привлек 25 миллионов долларов, что не очень много, но инвесторы неплохие – это Polychain, Binance Labs, Nemoca Brands, Hashkey и другие. Так, идем дальше. 4 апреля проект запустил Alpha Mainnet. В этот же день проект анонсировал программу лояльности вместе с Galaxy, ну и так далее. То есть, смотрите, проект вышел 4 апреля, а сейчас 1 июля. Как вы бы могли узнать о нем раньше, вообще одним из первых? Первое — это находиться в правильных инфополях, там, быть подписанным на множество каналов хороших. И второе — это мы могли просто купить подписку Krypton Prime по ссылке в описании. И там есть таблица по активностям, как ретродропы, так и аирдропы, еще множество всяких, где есть активности, которые проходят сейчас. Также каждый раз добавляются новые активности. И самое главное то, что там в Krypton Prime полностью описано, что за проект, что делать, какие затраты, затраты на время, какая ожидаемая награда, риск и так далее. А самое главное, Krypton Prime полностью подходит для новичков в крипте, и не только. Да, вы, конечно, не догоните тех, кто начинал там месяц или два назад, но все равно начинать стоит. Так, какие у вас затраты на участие? Это $15 от 10 минут. Какая ожидаемая награда? Это ретродроп токенов в поле. Риск средний. Также вот я сейчас в таблице от Krypton Prime, и я здесь вижу задания, которые обновляются. Например, какое-то задание было обновлено 22 июня, а дедлайн 31 июля. Там, например, сделать бридж из Core NFT в любую другую сеть и так далее. То есть, ну, какие выводы? Polyhedra... Стоит ее делать не в первую очередь, так как есть проекты лучше, как я считаю. Вы уже не догоните тех, кто начинал раньше. Как бы вы могли узнать о Polyhedra, если вы не знали раньше? Это купить подписку Krypton Prime по ссылке в описании. Или быть в крипте довольно много, чтобы не пропускать такое. Также в комментариях можете написать свою критику, еще что-то. Все, всем спасибо, всем пока, удачи. Скоро будут еще видосы про ретродропы.